отпаиваем и пойдем в бассейн. Пойдемте. Пойдемте. Да. Ну, там ступеньки. Что же это из ступенек? Да, вчера Владик... 104 ступеньки? Да. Вчера Владик посчитал 104 ступеньки. Да. Ну, это как 100 тысяч денег. Владик, иди, ты мне мешаешь. Я по ступенькам. Ступенька, куда ступенька? Ступенька, это 108 долларов. Вот там вот красота, термал-отель. Так, идем дальше. Такая вот дорога из наших апартаментов. Можно по ступенькам, а можно просто по дороге вокруг. Но сюда и ближе. Идем. Да, идем. Да. Покупаемся. Бежишь вперед? Покупаемся и пойдем гулять опять. Да. А потом после гуляния мы покажем наш дом. Квартиру. Хорошо. И дом. Хорошо. Да? Да. А завтра мы выйдем в Плаху. А в Плахе мы вам покажем нашу машину. Хорошо. Да? Завтра будет 29. Завтра будет 30, а сегодня 29.09.2017. Да. А завтра будет 30. Да, да, и здесь каждый день меняют номер. Число, да, которое сегодня. И цветы. И, цветы. Ну, цветы здесь такие с весны. Да. Вот. И, да, мы приближаемся к нашему бассейну. Да. Подходим в бассейн, сейчас будем купаться. Пойдемте. Да, пойдемте. В бассейн. Да, сейчас покажем еще вход в бассейн, потом выключим камеру. Да, но если можно там. А, какой ты? Отлично. Ура, мы сейчас будем купаться. Все, ребят, мы подходим к бассейну. Кто хочет с нами, переодевайтесь в плавки. Да. Сейчас будем нырять. Спа 5, бассейн. Заходим. Влад, как бассейн? Нормально. Покупался по мою голову. Да? Сейчас идем в Макдональдс. Ну, опять Макдональдс. У нас Владик очень любит Макдональдс, чтобы все знали. И то, что дома мама приготовила, Владик почему-то отказывается кушать. Он говорит, что надо идти в Макдональдс. Не могу Макдональдс каждый день. И за какой-то бойбас встал на вас. Ну ничего, пускай стоит. А вот фонтан, который мы вчера плохо показали. Да, вот такой фонтан. Ну, вот и Макдональдс, мы когда еще багажевали, да? Да. Мы еще не видели внутрь Макдональдса. Там людей много. Там много людей. Мы завтра не можем, мы поедем в Плаху. Ну, мы покажем, как называется у нас дом. Мы сегодня покажем дом. Квартиру. Хорошо. Если дойдет ход. Да. У нас может не дойти ход. Ну да. Да? Да. И улицу нашего дома. А улицу мы уже снимали. Нет. Мы еще не сняли как. Владик. Шуп. Аккуратно, я была яркая.
Иди игрушку выбери. Игрушка. Покемон. Мне единичка нравится. Покемон один, да? Да. Окей, идем заказывать. Давай. Один. Так, Владик купил у нас Happy Meal. И потом по дороге увидел еще круассаны с шоколадом. Ну, поскольку это его любимое блюдо, он, конечно же, купил и сразу начал кушать. Да, Владюш, вкусно тебе? Так вкусно, что ты даже разговаривать не можешь. Только головой кивает Владик. Говорит, как очень вкусно, да? Да. Так что Happy Meal идет домой. Сейчас Влад придет домой, и Happy Meal будет кушать дома. Очень надеемся, что у него останется место после круассанта с шоколадом. Да? Ну все, мы пошли домой. Мы пришли уже с улицы, уже покушали. Вот у Владика остался еще один круассанчик. Покемон его с Happy Meal стоит. Ну, и сейчас мы уже немножко отдохнули. Сейчас нам нужно одеться, еще поехать в магазин, съездить в один. Ну, а вы, ребята? Если вам понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока! Пока-пока!